let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в State of Decay. Мы находимся на ферме. Здесь мы спасли парнишу. И теперь нам нужно убираться отсюда, потому что, как видите, вон что тут творится. Эта машина, кстати, совсем не поворачивает. Я посмотрю. Так, ладно, парниша, будем надеяться, там сам отобьется. А мы сейчас направляемся... куда мы пилим? Обратно в свой лагерь. А сюда мы послали скевенджеров. То есть они пусть почистят маленько. Мы нашли тут припасы. Скорее всего, это стройматериалы. Они за ними выехали уже. То есть прикольная концепция такая. Ты находишь что-то, но не обязательно тебе вести это самому. Ты просто посылаешь народ, и они отвезут это за тебя. Ух ты, это что это такое? Это скорее даже на Ford Mustang похоже. Так, братюня. Извини. Нам нужна новая машина. Ух, какая. I got him, Lily. We're on our way home. Now please smack him in the head for being an idiot. So, Лили говорит, я нашел твоего брата. Хорошо, говорит, дай ему подзатыльник хорошего. Эй, это за что, говорит? Слышал, сестру? Хорошо, молодец. Блин, машина слишком быстрая для зомби-апокалипсиса, слишком шумная, по-моему. Так, подожди, я туда еду? Нет вообще? Так, отсюда вот, возможно, проедем. Упс. В этом мыле я просто теряю детали, я не вижу камни. Как нога? Больно очень. Возможно, я вывихнул. Ничего не сломано. Немножко отдохнуть, все будет в порядке. Но до того времени не думаю, что я тут буду бегать и уклоняться от зомби, уворачиваться. Так, хорошо, погнали. Нормально так сходили. Помимо того, что братишку спасли, Лиля, мы еще и вон припасы достали. Кирпичей по-прежнему ноль. О чем ты думал? Никто не должен ходить туда в одиночку. Слушай, дай мне отдохнуть. Ты не моя мама. Кроме того, я был не один. Только не говори, что ты был с Элаем Вилкерсоном. Да это не твое дело. Я ему не доверяю. Ты знаешь, какая у него семья. Элай не его семья. Просто будь аккуратен, хорошо? Я просто присматриваю за тобой. Не хочу тебя снова потерять. Папу не видел? Последний раз, когда я его видел, он пошел на озеро. На озеро, да? Папаша, ваш погиб. Ахаха, вот это беда. Так, мы много чего нашли, но при этом не нашли того, что нам нужно. Нам нужны кирпичи. Так, стэш. Хотя мину можно взять, но сейчас явно не тот момент. Вот это никуда не приспосабливается. Это мне, видимо, нужно найти какой-то пистолет, типа береты. Топор долго служит, да? В каком хорошем состоянии до сих пор. Хотя, чему там ломаться, по сути. Так, скидываем пистолет. Скидываем дробовик, самое главное, потому что наш персонаж Маркус устал. И мы сейчас пойдем за Майю. Так, unequip. Хотя нет, пусть у него остается, это будет его дробовик. Его дробовик и его топор. Хорошо. Так, что дальше? Сколько у нас народ-то помученных? Ну, я думаю, их вылечит кто-нибудь, или мне самому их нужно лечить, я не понимаю. Так, ладно, Шейла. За Шейлу мы еще не играли.
Шейла, конечно, такая. Господи. Что у тебя есть пистолет? Что у тебя еще есть? Пистолет и рогатина какая-то. Да, в ужасном состоянии. Давай-ка мы тебе возьмем что-нибудь получше, Шейла. Это ты выкинь, пожалуйста. А возьми, ну, я не знаю, ломик уже получше будет. Ломик, я думаю, подольше тебе будет служить. Так, рюкзачок тебе побольше надо, кстати говоря. Вот такой вот. Хорошо. Так, все, погнали. Первым делом я хочу оборону сделать. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут вообще доступно. Вот это вот, скажем, у нас требует... Ага. Хорошо. Готовит мясо. Отлично. Сейчас все покушают. Это где-нибудь будет отображаться, нет? Машинка хороша, но она двухместная. Это ее главная проблема. Так, нам, по сути, нужно сюда, вот к военным. Нет, это не военные. Где военные? Шут их знает. Вот. Где-то вот здесь, по-моему, у нас... Блин, а где там было? Вот, по-моему, таверна, которую мы не до конца залутали в прошлой серии. Сначала мы зайдем туда, пока день, можно будет более-менее спокойно этим заняться. Блин, что я делаю вообще? Ломаю такую машину. Не, машина, она, конечно, красивая, но не самый лучший выбор, как и масл тот. Здесь нужно что-то более проходимое, более мощное. Она говорит о том, что можно много посмотреть. Что? Вы слышали это? Япона, мать, валим. Это опять этот непонятный попрыгун. Нашли Дока. То он там где-то. Он присмотрит за Эдом. Блин, зомби наседают. Блин, сколько дел, у меня глаза разбегаются. Нужно Дока привести, нужно с армейцами разобраться. Что там, они живы, не живы? Для начала просто нужно вот тут вот решить вопрос. Кто-то там где-то еще орет. Спокойно. Ворвался, блин. Я езжаю в стройку. Так, хорошо, вот тут, допустим, выпивка. Что тут есть? Так, можно поспешить, вроде никого нет поблизости. Хорошо, коктейли, это нам пригодится. Ничего не нашел. Блин, кто-то подходит опять. Долбанные зомби. Вот и все, отлично. Смотри, какой толстый и здоровый. Жирный! Да, дерется она плоховато. Давай, 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 давай. Что ж ты, почему ты не выходишь? Ай-яй-яй-яй, как не вовремя она заглючила. Давай, давай, топим.
Все, пошли к военным. Ну их нафиг, этих зомби. Что-то их стало слишком много. О, так, ладно. Вот проканемся. Пока вроде сравнительно спокойно, мы смотримся. Вот военные. Хорошо двинули. Вот сюда надо заехать, потому что тут у нас можно сложить свои припасы. Только по-быстрому. Давай, 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 давай. Фух, блин. Опасно. Это уже... А, нет, это тоже так себе лечилка. Хорошо, этот городишко начинает меня пугать. Поначалу все было довольно просто. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так, это что такое? А, это выжившие. Помочь уничтожить какого-то особо злого зомби. Хорошо, давайте посмотрим, что это такое. Минуточку внимания. Все сюда, пожалуйста. Блин, я думаю, их побольше. Ну, хорошо. Так, еще двое. Напомню, что если Маркус их раскидал бы в два счета, эта девушка далеко не так сильна, поэтому в рукопашную я вступать не решаюсь пока. Давай. Посмотри какой. That's it, I'm out. Все, патронов нет. Но ты у меня все равно как заглушка больше. Полноценного персонажа эти. Я не рассчитываю, короче, что ты будешь какой-то помощью для меня. Вот так вообще тихо, да, если посмотреть на мини-карту. Флары возьмем. Господи, это было умно. Ладно, будем знать. Физика здесь тоже не очень крута. Ну как не очень крута, это по большей части моя вина вообще. Я сам без того, чтобы нормально кинуть... Сделал за стекло. Ага. I'll run this home. We'll be ready. Так, я не знаю, что это, но это мне пригодится явно. Хорошо. Вот за что я люблю эту игру. Я уже неоднократно это говорил, что здесь именно жилые помещения выглядят жилыми помещениями. Это не просто коробки. Это места, по которым понимаешь, что реально тут могли жить люди. Вон как все. Удобно и красиво. Так, петарды. Кто-то пришел, да? Это Xbox? Ха, это Xbox. Так, надо потише, там их снизу по ощущениям довольно много. И вроде как по лестнице поднимается кто-то. Будильник. Крайне нужная вещь. Там снизу еще идут. Давай быстрей.
Офигеть. Повезло. Так, хорошо, давай. Унести мы не сможем. Медицина. В принципе, медицины хватает. Давайте просто сломаем. Заберем вот это и вот это. Отлично. Так, второй этаж полностью, да? Да что ж вас так много-то? Фу, на первом тоже дофига места. А у меня уже заканчивается место. Отличная так дверь, закрыта, тут окна разбиты. Ничего. Нафига мне кофе? Блин, сейчас кто-то меня точно хапнет, по-любому. Вот это фигота, зачем вообще? Я эту-то выкину. Нафиг. Так, осталось еще одно место. Приятный домик такой, на самом деле. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Over here. Давай быстрее, давай, давай, давай. Это фигота. Где еще что осталось, я не пойму. Я же весь дом почистил. Нет? Странно. Я просто хочу, чтобы этот дом уже был отмечен как зачищенный. Ладно, что с тобой? Хорошо, возвращаемся на базу. Вылазку можно назвать успешной. Набрали кучу всего крутого. Подожди, а где Feral Z? Ладно, мать, он вообще в другом доме. Я думал, это тот, который я стрелял. Ладно, иди сюда. Сюда, быстрей. Что такое? Нам твоя помощь пригодится. Как насчет этого? Так, миссия, работайте вместе, заслужите доверие. Помочь охотиться на феррал зомби. Давай. Ну пойдем, мадамы. Не обязательно задание похоже. Машина видывала и лучшие дни. Так, он там внутри, походу, что ли? Хозяева! Ладно, пойдем посмотрим, что это. Опа-па. Так, сработает, нет? Нет, не особо. А нет, работает. Хорошо. Так, а ты куда пошла-то? Ёлки-палки, но... Она пошла к себе домой, что ли? Это просто гениально. Что ты делаешь? Она, похоже, пошла к себе домой. Не могла хоть спасибо там сказать? Ну ладно, хрен с тобой. Какие наши проблемы? Давай по-быстрому. О, человек-сосед проснулся, будь ты проклят.
Хорошо. Сейчас по-быстрому разгрузимся и доберемся уже до военных. Что-то я не могу до них добраться, постоянно вылезает куча дел. Ну, в таких играх это всегда. Помните, в Обливион играли? Сейчас, говорю, дойдем до туда, по дороге там. Думаешь, ну, что, полчаса идти. В итоге там 4 серии часовых зашел куда-то и пропал. Здесь что-то подобное. Ох, давай, Шайла. Маршалли видел военные джипы. Они просто ездили, говорит. Ничего не делали. Что? Я думаю, это просто разведчики. Основные силы наверняка прибудут любой день и позаботятся о нас. Когда-нибудь врал своей маленькой сестре? Младшей сестре? Так, хорошо. Давайте скинемся. Блин, в этой игре прям чувство хомяка очень хорошо развито. Так, отлично. В принципе, я считаю, вполне себе неплохо. Так, теперь нам нужно найти Маркуса. Маркус. Подожди. Вот так вот. Маркус, нам пора. Маркус там пока с Эдом был. Ой, соседи. Давайте возьмем патронов к дробовику. Блин, я эту дверь точно вынесу когда-нибудь. Маркус, ты такой лоб. Так, 50 патронов. Это, в принципе, вполне себе серьезная такая цифра. Хорошо, погнали. Двенадцать еды уже, 36 медикаментов. Патронов не так, чтобы много. Кто-то что-то передает. Джек, прием. Черт, чувак, где ты? Если хочешь, говорит, съезди, проверь. Это где вообще? Такое ощущение, что это здесь. Похоже, да. Блин, тут столько еще мест, куда можно попасть. Здесь док у нас. Так, поехали к военным. Сколько уже можно тянуть-то? Народ уже давно ждет. Я вторую серию туда добраться не могу. Блин, обожаю эти машины. Они такие внушают прям. Чувствую, что на этой машине можно выиграть. Я бы просил вас уехать. Эта зона под карантином. Гражданским запрещено. Слушай, парень, нам нужна помощь. Мы застряли в церкви. Эй, давайте я вас остановлю. Это не спасательная операция. Лучшее, что вы можете сделать, это зайти домой, запереть двери и стрелять любого, кто пытается пробраться. Какого черта? Как вы можете нас игнорировать? Двигайте, пожалуйста. Да как вы можете, мать вашу? О, ну вообще, блин. Скоты. Произвал. Блин. Так когда они нас заберут? Они нас не заберут, мы сами по себе. Что? Да пошли они. Пока что выживали, так и продолжим. Да, нас... Нас кинули. Хорошо, возвращаемся на базу. В следующей серии поедем за доком, я так чувствую. После этого надо будет вплотную заняться укреплением базы, поиском стройматериалов, поиском еды. А на пока что все. В принципе, блин, мне понравилось то, что происходило в этой серии. Видите, какая-то присутствует тайна, и как-то вот, блин, открытый мир, он дает определенные такие интересные события. Что? Я что-то не успел? Похоже, тут еще и время идет. Но это проблема. Как бы там ни было, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.